Уважаемые зрители, здравствуйте. В эфире проект «Союз онлайн», студии Дмитрий Шакуров. Колокольный звон Белой Руси. Тысячелетия традиции. Так называется монография кандидата искусствоведения Елены Геннадьевны Шатько. Презентация итогов почти 15 лет архивных и экспедиционных трудов автора прошла сегодня в Москве с уникальным изданием. Ознакомилась наш корреспондент Эльвира Гордеева. Эльвира, приветствую вас. Здравствуйте, коллеги. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Мы сейчас находимся в Московском доме национальности, где проходит презентация вот этого замечательного издания. Автор этого издания Елена Геннадьевна Шатько, а называется эта книга «Колокольный звон Белой Руси. Тысячелетние традиции». Мы с автором встретились в этой книге и попросили рассказать о том, как создавался этот фолиант и о чем она. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, замечательная книга, я уже успела немножко с ней так познакомиться, посмотреть. Сколько времени вам пришлось писать вот такой труд? Собирать материал и писать, систематизировать, обобщать и выигрывать грант, на котором, в результате которого была издана эта книга. Это конкурс «Православная инициатива». Это 15 лет моей жизни. Отданные колокола. А скажите, почему вдруг такая тема возникла, колокольный звон, и какое вы имеете вот к нему непосредственное отношение? Я сама цимбалистка, закончила Белорусскую государственную академию музыки по классу цимбал у заслуженного артиста Беларуси Евгения Петровича Гладкова. Когда училась на цимбалах, каждый музыкант старается найти мягкий, бархатный, нежный звук. И вот когда я уже по окончании консерватории услышала звук колокола, я поняла, что это тот звук, который искала всю жизнь. Но, к сожалению, воспроизвести на цимбалах его невозможно. Его можно только звонить, слышать. И мне захотелось научиться звонить, и чтобы мой звук звал храм. Ну, колокольные звоны имеют очень давнюю традицию. И нужно быть большим специалистом для того, чтобы разбираться, какой звон, чему посвящен, и быть, конечно же, православным человеком и понимать, что нам вещает колокол. И именно поэтому мне понадобилось благословение нашего ныне почетного патриаршего экзарха всей Беларуси, митрополита Филарета, благословение на свой труд, на начало научной деятельности, а это был 2003 год. И получив это письменное благословение, я начала поиск. Простите, именно тот поиск научный, именно экспедиционный. Я ездила по деревням, всего их 287, собирала материал от людей, которые рассказывали мне, как они спасали колокола в годы Великой Отечественной войны. Их дети помнили, как спасали в годы Первой мировой, как их отливали, что для них глаз колокола вообще. И я узнала, что у нас в Беларуси сохранились традиционные звоны по сей день. В 18 храмах наших белорусских сохранились звоны на сбор, во вся, по покойнику. То есть, как звонили 100 лет назад, так и сейчас этот мотив и звучит. И мы ведем работу по внесению вот этого традиционного звонарства в список нематериальных духовных наследий Беларуси. И эту идею выдвигает наш союз музыкальных деятелей Беларуси, инициирует Министерство культуры. Мы понимаем, что нужно передавать эти звоны будущему поколению. Это очень важно. И, понимаете, раньше каждый храм имел свой мотив, свой голос, свой канон звона. Он есть в иконописи, в храмостроительстве, а он есть и еще в колокольном звоне. И, конечно, поэтому это исследование важно для всей Русской Православной Церкви. Рецензии, написанные протоиереем Георгием Митрофановым и другими преподавателями Московской Духовной Академии, которые поддержали это исследование именно с целью возрождения канона колокольных звонов. Скажите, пожалуйста, вот где наши телезрители смогут увидеть это замечательное издание, возможно, даже приобрести?
в нашем Ильинском храме, который является подворьем Белорусского экзархата в Москве, это улица Энгельса, 38 в Москве, и там же находится издательство Белорусского экзархата, там будет эта книга в продаже. Спасибо вам большое за интересную беседу. Уважаемые телезрители, вот так выглядит это издание, вы сможете его приобрести и порадовать себя информацией о колокольных звонах Руси. Всего вам самого хорошего, до свидания.